Вот-вот начнется матч Кубка Карабао. Команды полны сил и готовы показать все возможное и невозможное, чтобы остаться в турнире. Это действительно так. В кубковых матчах по-другому не бывает. Здесь настолько высоко напряжение и настолько горячая атмосфера, что дотронься до экрана, можно обжечь палец. И вот мы видим состав хозяев. Ого, всего один форвард, но какая атакующая группа. И он, конечно, не останется без поддержки своих партнеров. Смотрим состав Манчестер Сити. Данная расстановка требует высокой координации действий игроков. Да, вместе атакуют, но и, разумеется, вместе обороняются. Thank you. Enjoy the game. Вот-вот начнется матч, команды полны сил и готовы показать все возможное и невозможное в матче Кубка Карабао. Да, матч обещает быть напряженным, и мы с удовольствием его посмотрим и, конечно же, обсудим. Хороший вынос мяча из штрафной. Бернардо Сильва. Илкай Гюндоган. Венсан Компани. Венсан Компани, несмотря на внушительные габариты, очень ловкий защитник. Один в один обыграть его под силу немногим. Увидел открывание впереди, делает передачу. И пробил. Они забивают. Только посмотри, что с болельщиками творится. Да если бы вы видели, что творится в нашей комментаторской кабине, это просто не игра, это фантастика. И здесь голкипер однозначно ошибся, просто потерял позицию. Да, зевнул, и как результат такой вот обидный гол. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Илкай Гюндоган. Александр Зинченко. Брайм Диас. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Гюндоган! Очень спокойно забирает мяч вратарь. Жезус. Илкай Гюндоган. Александр Зинченко. Брайм Диас. Жезус! Угловой удар в пользу Манчестер Сити. В центр штрафной. Стоунс! Перекладина! Но мяч в игре. А вот хороший шанс быстро развернуть. Он накручивает соперников одного за другим. Прекрасный пас на ход. Ближней штанге идет подача. Кулаками играет вратарь, и мяч выбит. До нападающих мяч не дошел, выносит его сразу же из штрафной. Жезус. Бернардо Сильва. Очень хорошо в обороне сыграно. Пас на ход партнеру. Защитник блокирует этот навес. Шанс убежать в контратаку есть у команды. Мяч достается сопернику. Тут явно не ожидал такого подарка. Илкай Гюндоган. Удар по воротам. Мимо, но было довольно опасно. Да, чуть точнее, и счет снова стал бы равным в этой игре. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал.
Он с мячом и продолжает накручивать одного за другим соперников. Парашютик получился. Какой шанс был, но не попадает в сетку мяч. Джон Стоунс. И буквально подарил мяч сопернику. Смотрим за атакой. Стремительно она развивается. Илкай Гюндоган. Есть пространство, есть варианты для развития контратаки. Бернардо Сильва. Гюндоган. Удар. Накрывает игрок этот удар. Хороший момент был, но на этот раз голкипер на чеку. Да, дубль пока не получается у этого игрока. Александр Зинченко. Он просто не заметил оппонента. Можно сделать навес. Атака завершилась. Защита справилась на сердце. Свисток арбитра угловой. Сегодня у них не будет много моментов, и болельщики это прекрасно понимают, поэтому они так активизировались при этом угловом. Выпускает тренер игрока со скамьи. Да, посмотрим, как себя проявит этот футболист на поле. Подали мяч с углового в центр штрафной. Защита первая на мяче, вынос. Джейсон Шекел. Удар! Завершилась эта атака, и вратарь готовится вести мяч в игру ударом от ворот. Хорошее оборонительное действие, и кто первым успеет к этому мячу? Могли забить, если бы не защитник. Четко и надежно сыграно, выносит он мяч из штрафной. Бернардо Сильва. Хорошая игра на перехвате, и вот мяч уже в распоряжении другой команды. Пас на ход, может быть интересно. Штрафную подачу, есть там кому сыграть. Выбит мяч из штрафной. Илкай Гюндоган. Можно провести контратаку. Долго возились с мячом, соперник уже успел все свободные зоны перекрыть. Александр Зинченко. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Бернардо. Можно было сравнивать, но не в этот раз. Жезус. Бернардо. Габриэль Жезус. Потери и у соперника. Видит игрока впереди и отдает пас на ход. До нападающих мяч не дошел, выносит его сразу же из штрафной. Жезус. Не смогли под прессингом мяч удержать, соперник забирает его. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Удар! Отличный удар! Не попадает он в ворота вообще. Хороший был момент. Старался пробить на технику, но не хватило точности. Минимальное количество голов, минимальный перевес. 1-0 пока. Хороший первый тайм он провел. Так, ну я думаю, что своим голом он доволен. Ведет команда после первого тайма. Ну, одного гола может и не хватить для победы, поэтому надо во втором тайме постараться развить преимущество и забить еще как минимум парочку. В первом тайме матча Кубка Карабао мы стали свидетелями немалого количества опасных моментов. Теперь посмотрим, что преподнесут нам игроки обеих команд во втором. Да, и посмотрим, какая из команд лучше справится с волнением.
Бернардо Сильва. Тут может что-то получиться. Да, это совсем не точно. Мяч достается сопернику. Тут явно не ожидал такого подарка. Он накручивает соперников одного за другим. Вот это поворот. Фантастика просто. Жезус. Невероятное спасение. Так держать, вратарь. Игра остановлена. Будет угловой. В центр штрафной подан мяч с углового. Нет, не получает это атака разве? Есть удар. Блокирует удар игрок. Потащил один удар, но может быть и второй. Бернардо Сильва. Накрывают его прессингом. Грамотный пас, все по делу. Лондонский Челси был сегодня активен, насколько я знаю, на трансферном рынке. Ну и чем же закончились их попытки кого-нибудь купить? Да, совсем скоро информационное поле нормализуется и будет ждать какой-то... Сравнивать нужно! Удивительно плохую игру демонстрирует сегодня команда. Да, пожалуй, сегодня они не в лучшей форме. Уже столько промахов, это просто неприлично. Надо что-то делать с реализацией. Двойная замена у нас призвана в первую очередь освежить игру. Нет, не дошел этот пас до адреса. Смотрим за атакой, стремительно она развивается. Балотелли! Не может никак команда зацепиться за мяч, и вот на блюдечке преподнесла его соперник. Балотелли. Азар. Не сумел сделать точный пас Азар. Бернардо Сильва! Вратарь спасает своих, мяч в его руках. Марио Балотелли. Гюндоган. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Азар. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Потянул мышцу он, похоже. Если это так, то ему, вероятно, понадобится замена. Хороший по задумке пас. И вратарь забирает этот мяч. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Можно навешивать. Выбивает вратарь мяч после навеса. Будут вбрасывать мяч из-за боковой они. Свежего игрока в игру выпустят сейчас. Удар! Эдерсон в игре, но удар не очень опасный. Все верно, края надо чаще задействовать. Эден Азар. Совершенно очевидно, что он очень устал, не потерял бы мяч. Азар. Эден Азар один из самых резких и техничных игроков планеты. Оставить с носом пару-тройку защитников для него не составляет труда. И что очень важно, Азар не полотер. В дриблинг он идет очень избирательно. Не зрителям на потеху, а ради результата. Как он работает с мячом. Всех обыграл. Удар. Достает голкипер этот мяч, но не может удержать его в руках.
Почти все его пасы сегодня достигли цели. Через фланг атака пошла, и тут есть свободное пространство. Навес в штрафную. Здорово сыграл голкипер. Ни шанса не оставил соперника. Эден Азар. Мяч вперед идет к чужим воротам. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Стадион захлебнулся буквально в эмоциях. Непередаваемый накал. Ключевой момент игры сейчас наступает. Да, тут момент. Нет, офсайд. В составе Сити намечается замена. Александр Зинченко. 83-я минута матча. Такой матч просто обязан держать напряжение до последних минут. Плохо сыграно, мяч потерян. Подавай! И подает в штрафную. Кто там выиграет мяч? Выбивает мяч игрок. Выше ворот летит мяч. Если бы не вратарь, был бы гол. Мяч летит в центр штрафной. Удар, сейв. Неудачно отбивает он мяч. Основное время заканчивается через 3 минуты. Марио Балотелли. Какой шанс! И пробил! Блокирует защиту удар, собственно, выполняет свою основную функцию. И угловой на последних минутах. Это возможность сравнять счет. Навешивает Морес. До нападающих мяч не дошел, выносит его сразу же из штрафной. 2 минуты и прозвучит свисток арбитра. Сейчас главное сыграть быстро и четко, и тогда контратака может выйти очень опасной. Снова точный пас в его исполнении. Азар. До конца матча пару минут, до спасения один гол. Лови момент, как говорит. Забивать тут надо. И это очень похоже на конец сказки. Они пропускают гол, который делает счет равным. Как же обидно этим ребятам. Не удержали преимущество. Да, и все-таки они добились своего и сравняли счет в этом сложнейшем матче. Очевидно же, что футболисты обеих команд устали одинаково, но в такие моменты удача сопутствует тому, кто все-таки сумел себя перебороть. Счет снова равный, 1-1. К этому все шло. Равная игра, равная пара. Но дальше пройдет только один. И кто это будет решиться в серии пенальти? Итак, первый удар в серии. А вдруг попадет в угловой флаг? Мне кажется, это вратарь его переиграл психологически. Ну, я, в общем-то, не уверен, но давай считать, что переиграл. Ну, это самый распространенный метод исполнения 11-метрового удара, положил в нижний. Да, никаких шансов у голкипера не было. Какой сложный мяч, и все-таки он залетает в ворота. А ведь потом никто не вспомнит, что вратарь-то сыграл здорово на самом деле. Вот так бывает, в тебя камни бросать не будут, если ты пенальти пропустил. Но понимать, что ты его взял почти, это очень тяжело. И отлично играет Эдерсон. Спас команду. Тащит вратарь. Замечательный сейв. Отбил вратарь.
Один точный удар отделяет их от победы в этом матче. Взял пенальти! От этого удара зависит буквально все. Нужно забивать. Удар и гол. Готовится пробить игрок. Какая сейчас ответственность была на бьющем, и он с ней блестяще справился. Они выигрывают эту серию и идут дальше. Тяжелейший матч, и мы поздравляем победителей. Вы только себе представьте, ширина ворот 7 метров 32 сантиметра. Ну как не попасть? Вот так был реализован пенальти. А давай попробуем обратиться к болельщикам. Уверен, половина сказала бы, что пенальти был, остальные, что не было. Ну, как всегда. А протокол матча вещь конкретная и непримиримая. Написано, гол забит с пенальти. Значит, так и есть. Ну, а мы, как всегда, в нашей еженедельной программе рассмотрим этот момент со всех ракурсов, покрутим всячески, а это мы умеем делать, и попробуем поспорить с протоколом. Хотя бы виртуально.